воздержаться от визитов, но поддерживать контакты. Что опаснее, коронавирус или хронические заболевания? Почему ветераны боятся идти к врачу? Доктор ответит на все ваши вопросы. 18 ноября. Особенности здоровья пожилых людей в период пандемии. Гость в студии – начальник госпиталя ветеранов войн Александр Каширин. Программа «Звоните доктору». 18 ноября, 18:15, на телеканале «Самара ГИС».